Всем ос! С вами Андрей. Мы сегодня поиграем в лемминг. Так, лемминги куда? Они постоянно идут вперед. Так. И не останавливаются даже перед лицом опасности. Ай, что делать-то? Поставьте зонтик, чтобы смягчить падение. Не забывайте размещать действия, например, зонтиков, расходуют энергию. Теперь постройте лестницу, чтобы добраться до выхода. Лемминги могут безопасно упасть с высоты не более 2 блоков. Коснитесь кнопки перемотка, чтобы ускорить время. Отлично. Не знаю, решил попробовать, посмотреть. Обучение пройдено превосходно. Спасено леммингов 10. Добро пожаловать в наш мир. Спасение леммингов заполняет шкалу задания. Клумба, озеленение мира. Спасибо большое, леммингов, чтобы выполнение задания вперед. А спасите больше леммингов, чтобы выполнить задание вперед. Да-да. Чуть-чуть не так. Так. Тут, наверное, сломать надо. Мы можем прорыть этот блок насквозь. Еще один блок. Еще один разрушаемый блок. Ой, ох, похоже, лемминги не смогут копать наверх. Но они могут перемещаться вверх и вниз с помощью порталов. Выкопайте еще один блок, чтобы добраться до портала. Ну ладно, я тоже так подумал. Не забывайте ускорить время. Тоже так подумал, как они сверху будут копать. Отлично. Обучение пройдено. Превосходно. Спасено леммингов 10. Создайте атмосферу. Сила цветов. Так. Иногда необходимо построить длинную лестницу. А что, я дальше не могу, что ли? Разместите под лестницей зонтик, чтобы спасти упавших леммингов. Давайте доделаем эту лестницу. А что, один строит, а другие развлекают, что ли? Здорово. Пока. Смотри, какие ленивые. Все, скорее. Отлично. Спасено леммингов 10. Так, давайте на всякий случай пока уберу музыку. Выключить музыку на всякий случай. Вдруг мне тут этот возьмут и обрежут. Потрясающе. Мир почти завершен. Добро пожаловать домой. Так. Что такое? Ну, снизу слева. Я знаю, это лестница. Здесь нужно... А что, давай чуть ниже, ну ладно. Поставьте блокировщика, чтобы развернуть леммингов. Все, вперед. Падайте. Смешно такие вообще. Продолжаем. Коснитесь лемминга. Блокировщика, чтобы снять его задачу.
Мир пройден. Все, что ли? Все, я выиграл. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока. Ладно, шучу. Грибные дебри. Энергия восстанавливается со временем. Не потеряйте восстановление. Включите уведомление, чтобы знать, когда энергия полностью восстановится. Не, спасибо. Необычное яйцо. Сколько тут миров-то? Ё-моё. Ну ладно. Let's go. 3, 2, 1. А теперь что, сам что ли делаю? Из-за хоккея они тут будут падать. Да, ладно, давайте ускоримся. Чё это? Чё, мне наверх, что ли, надо? Да? Выход наверху. Ну, ладно. Спасибо на 10. Расчистите заросли. Let's go. Спасите 8 леммингов. Набор указаний. Лестница наверх. Направо. Стоп. Зонтик. Копать. И бомба. Выберите усиление. Проходите племена и соревнования, чтобы получить усиление. Выберите усиление, чтобы узнать о нем побольше. 2х, пропасти и энергия. А, стой! Не надо ничего покупать. Двойные лемминги. Используйте это усиление, чтобы удвоить количество леммингов после завершения уровня. Страховка. В случае неудачи вы можете вернуть потраченную энергию. Вперед. 3, 2, 1. Два мальча. Там что, золото, что ли? О, золото. Да. Так. Телепорт. Нужно сюда поставить зонтик. Это надо копать. Это надо лестницу наверх. Это нужно копать. Тут можно зонтик. Тут можно лестницу наверх. Все, ускоряемся. Думал, там лестница исчезла, он, оказывается, начал ее строить. Уровень пройден. Спасено лемингов 10. Голь 7. Так, зачистил. Озеленение мира. Let's go. Спасите 8 лемингов. А может, можно и не выбирать. 3, 2, 1. Ми-ви-ви-ви. Ту-ту-ту-ту-ту. Пока легко все. Выиграно озеленение мира. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ракета наград. Первый этап завершен.
Открытая бонусная награда. Надо. Коснить, чтобы открыть яйцо. Ох, ё, Гильберт. Не понял, и нафига мне это? Вы чё? Дебилы, что ли? Да. Лучше бы нормальному дали. Да нет, не хочу я этого. Нафиг иди. Нафиг иди. Иди нафиг. Каждому персонажу предлагается уровень испытаний. Бонусные уровни. Билеты позволяют проходить испытания. И безумные уровни. Пройдите эти уровни и получите награды. Получите билет в счастливых спинах после уровней или выигранных, выиграв турниры. Ага. За этих еще играть. Ты че? Смотришь он. Так, где тут? Спасите 8. Выбор. Ладно. 3, 2, 1. Тут не разобьются. Тут могут умереть. Здесь вот. Ага. Тогда, значит, тут копаем. Тут копаем. А здесь мы падаем. Все верно? Все верно. Здесь лесенка. И здесь лесенка. Вперед. Теперь у меня один этот. Америкос. Можно от него избавиться? Не-н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 е. Ну ладно. Переигрывать плохо. Там этот умер, нет? Америкос? Я надеюсь, там Америкос умер. Можно теперь от него отказаться? Мне не нужен Америкос. Куда? Куда? Так, грибное дерево. Посадите семена. Вот что вы думали, а? Да уж. Подожди, 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 подожди. Как тут? Покинуть уровень. Умрут все. Так, парашют. Парашют. Шут, шут. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Уи, уи, уи. А тут можно было это. Ну ладно. Нет, Америкос все-таки будет. Не ждал я от этой игры, конечно. Помогите героям расти. Пусть пойдет дождь. Let go. Вперед. Так, они тут тоже летают, и вот так вот, и все, вперед. Ну и конец последний. Надо было туда пустить наверх. Все,
Все, иди. А что такое сверху висит? А это может какой-то тесочек, тоже такой же тесочек и сверху. Как от американцев избавиться? Кто знает? Полностью выросла. Let go. Так ты вон там он. Идешь вот сюда вот. Ага. Здесь копать, здесь копать. Здесь парашют. Здесь лестница. Все вроде. Мир там. Можно его убить? Ты тот. Мне он не нужен. Ай-яй-яй-яй. Ты вы глупый, ё-моё. Главное, нельзя поставить на паузу, чтобы я поставил всё быстренько. Нет. Пусть погибают. 3, 2, 1. Тинь. Еще что-то? Что-то легко? Вот эти вот для чего сверху вот эти вот? Для чего? Вообще непонятно. Нифига не понимаю, для чего вот эти вот? Так, продолжаем. Ну. А. Тьфу ты. Спасите, 5. Так. Просто вперед. 3, 2, 1. Угу. Ничего пока не угрожает. Так, тут нужно... Подожди, здесь стоп не нужен. Нужен стоп. Тут нельзя. А можно так сделать. Тут сломать. Или они под собой тоже не могут сломать. Ну, смогут. Ну, скажут. Ага, самый умный. Новый уровень. Немножко убавлю. Грибные терпи. А мы где были? Остановите дождь. А, это дождь такой. Спасите 5 лемингов. Да не нужно ничего. Так, мне не нужно, чтобы кто-то тут падал, и тут, чтобы падал кто-то, можно сделать как? Можно сделать, чтобы здесь вот упали, копаем, опа, так,
Ломаем. Тын-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. И наверх строй давай. Ты все. Иди. Что, нужно лёпать? Нет, не может. Ну, отлично. Чё-то мне бесконечно эти стало. Энергии. Не знаю, походу сломалась энергия. Так. Ура, дождь прекращал. Там и радуга тоже. Подождите. Какая там радуга? Или мингатка? Ты такая? Вот кто за этим всем стоит. Подожди, какой там? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Почему неправильная радуга? Я возмущен и буду отправлять жалобу. Играть. У нас заключительная потеря. Я против всей пропаганды. Особенно нездоровый. Так. Мне, наверное, надо... Они будут собираться так, интерес по лестнице, вот так, хоп, сюда, 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 сюда. Давай попробуем, туда, сюда, туда. Так, тут еще будет, правда, ничего. Здесь зонтик. Они смогут, да? Да, они смогут. Ну-ка. Ой. Я код потерял? Да, я код потерял. Ну ладно. Так, а что мне делать? Я не понимаю. Здесь они могут расшибиться уже. И что мне делать? Так что попробуем. Нет, не смогут. Да, значит так. Я не хочу сюда вот спускать. Тоже не смогут. Что-то я в этом уровне вообще ничего не понял. Ничего не понял. Еще раз. Что вообще? Да знаю куда. Hello. Для раз, два, три, четыре, пять. Отсюда, наверное. Давай, копайте.
Что, типа не смогу, что ли? С лестницей постараюсь. Да ладно. Ты сначала так нас сделал, что ли? Что, ты смогу? Раз, два, три, четыре. Нет, не смогу. Домик. А почему здесь я не могу этот? Не понял. Типа еще вот так он взял, что ли? Ну, сверху, конечно, не умеют плавать. Теперь нормально строим. Ага, нормально строим. Построил. Где ты? Ошибся. Где ты ошибся? Ты же летяки. Что это вообще? Что? Оба. Можно сюда построить? Да не надо, Мит. Сюда, сюда. Ломаем, ломаем. Подожди, поп-поп берем. Отсюда ломаем, ломаем, строим. Раз, два, три. Может, отсюда сначала надо настроить? Отсюда. Раз. Два, три. А здесь нельзя ломать. Давайте сюда. Так. Угу. Сам умный. Ну и так не буду строить. Даже так один не строить. Да? Да. Глупое вы создание. Так. Нос. Залит. Два. Три. Четыре. Ну ладно, минус один, но все равно сейчас приеду. Сломать будет? Ой, починить, сломать. А, здорово, они даже с вами подойдут, да? Да, ну ладно. Ух ты, тут вон. Гора кошелится. Ну, давайте на этом закончим. Пропаганда мне не очень понравилась. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока-пока.